Ребята, и сегодня мы будем играть в тот лабораторию. И я, знаете, что накопил 80 тысяч чипов. И пошлите покупать всякие зельки, оружки, все остальное. Я не знаю, хватит или нет, но вряд ли хватит. Ангелозелье купим. Вот это. Вот это. Так, зелья мы все купили. Потом... У нас вот это, и так, вот это. Это слишком все остальное дорогое. Купим мы в другом видео потом. Потому что мне уже не хватает. Так, купим вот это еще. Вот это. И вот это. Все остальное, я обещаю, мы купим в другой серии. Давайте пока съездим, походим. Так, давайте смотрим. Да, здесь демон. Ангел. Давайте используем вот эти зельки сначала. Эх, я в них уже был. Ну да ладно. Ракета. Круто. Это, в принципе, у меня это все было еще. Так, глаз-лазер. Ломатируем. Так, и джет давайте. Вот джет так. Вот так это все. Во. Погнали. Воу. О, нифига нам. 3320. Дали хп нам чуть-чуть. Вот так я выгляжу. Погоди. Я могу вертеться так? Реально. Мы самые сильные скибидисты во дворе. Сейчас мы всех тут победим. Я, кстати, хочу еще дойти до 1000 уровня, потому что говорили, что там будет какая-то секреточка. Но сначала пройдем мы до 60 уровня. Угу. Дальше. Кстати, насчет тактики, как я так заработал 80 тысяч. Я не проходил так ловно подряд. Это так себе, надо прокачиваться. Этот лайфхак я нашел на канале Зелел. Официал Зелел называется. И он всегда ходил, например, с, допустим, 30 до 37. И вот так он копил себе бабу. С вот до вот это. Вот мы выиграли. Так. Идем дальше, бейца. Батлимся с Стивеном. Мы его победили, потому что мы самые сильные, да? Конечно же, да. Что такое вы скажете? Мы самые сильные из кредитного дворе. Опа. Опа. Вообще я хочу протестить все оружки. Последний уровень. Значит, самый последний, самый опасный. Спикер Монти-то. Ой, больно. Больно. Есть. Мы победили. Сколько мы заработали? 3600. Здесь мы все купили. Здесь нам 3 надо. Здесь нам надо 4. Не смог я накопить больше. Потому что это 122 где-то должно быть тысяч, я считал. Ну, слишком долго затянулось бы это. Я... Давайте используем ярость. Чего мы будем? Так. Если честно, давайте начнем все по порядку, может быть. Хотя, ну, я их уже пользовал, давайте тогда пусть джимами. Сейчас сделаем джимами из нас. Так, глаз лазер.
Значит, мы готовы. Так, и... Хотя она так себе выглядит, если честно, такая одна просто. Давайте вверх. Посмотрим это. Это красота. На. О, просто усозим. Мы так, кстати, еще выглядим. Такие красненькие все. Ну. Нифига мы быстрые, конечно. Ну. Самый быстрый из нас топ. Мы, естественно. И попробуем, кстати, мы сегодня дойти до сотого уровня. Представляете? До сотого уровня. А дальше я буду проходить. Ну, сначала я все раскуплю до колонки ножа. И с ними будем батлиться до тысячного уровня. Опа. Разрозим всю и вся. Уазер. Кстати, быстро перезаряжается. Я уже почти про, но не про. Еще не про. Вот куплю я колонок с ножом, стану настоящим про. Какой у нас уровень сейчас? Давайте угадаем, наверное, 26-й где-то. Еще, наверное, угадаю, да? Готов. Готов, готов. Так и знал. На. Добиваем всех 50. Ой. Это автоут файт. Ну, всех дванских 50. А здесь мы всех агентов убиваем. Это же у нас тут лаборатории. Угу. Побеждаем всем и всем. У нас уже 6. У нас уже 59 уровень, 69 уровень. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, 77. На. Просто два удара и агент кончает свою жизнь. На. Так. Двойная энергия. Но. Ай, фух, мы победили. Успели мы победить? Успели. Меню, сколько мы заработали? О, косаря мы заработали, но меньше, чем авто. Ранее. Так, кстати, а сколько мне надо будет тысяч, чтобы купить вот это все? Давайте, считаем. Ну вот, броня вот эта и вот... Вот этот ножик нам понадобится так. Получается 65 тысяч. Уже много. Ну давайте все сосчитаем. Смотрите, нам уже надо 37 тысяч. Уже 69. Не страшно. 105 уже. Итого мне надо 160. Ну. Что если мы купим... Самое сильное оружие в другом видео. А здесь такая-такие, более-менее крутые. Давайте посмотрим, сколько у нас выйдет. Ну, 78. Нормально. Накоплю. Обещаю, накоплю. А что, если я сейчас накоплю? Как вам такое?